Audi A8 95 года, седан, привод 4WD, первое поколение, бензин, 42 куба, 299 лошадиных сил, 14 литров по трассе, 22 литра по городу. Год приобретения 2016, на момент приобретения 450 тысяч пробега. О данной машине мечтал с 2012 года и все же купил, точнее обменял на Opel Omega B Caravan. После обмена, как и все, устранил наболевшие проблемы, а именно гранаты хрустели, рулевые наконечники мертвы, замена масла, антифриза, бочка антифриза, всех фильтров, колодок. Это вышло мне порядка 20 тысяч рублей. Дарили ремонт топливной системы, перекачка, тут деньги не играли. Никакой роли, тут уже дело принципа. Кто сталкивался, тот понимает. Ну, еще порядка 8 тысяч рублей и много времени. Потом перестала работать печка, замена блока клапанов, это еще 3 тысячи и много времени. По датчикам также были ошибки. Лямбды 2 штуки, расходомер воздуха, это еще порядка 8 тысяч рублей. Машина досталась с разбитыми юбками бамперов. Из ремонта составил 15 тысяч рублей. В общем, за год владения довел машину до технически исправной. И внешне тоже. Совет тем, кто думает купить А8, берите. Это лучшее авто в своем роде за свою цену. Все можно делать самому. Запчасти, как и на все автомобили, есть. И по цене нормально. Я машиной доволен. Машина, как на рельсах, на любой скорости и дороге. Салон на 10 с плюсом. Кожа, широкие сиденья с боковой поддержкой, различными регуляторами, наддувами. Задние пассажиры довольны отдельным климатом и подогревом дивана. Комфорт езды просто на высоте. Обогнать любую машину на любой скорости, как два пальца. Это не машина, а спутница на всю жизнь. И содержать машину сможет почти любой. У меня ЗП 45, семья, машины все в достатке. В ПТС у меня 220 лошадей. Большой плюс с налогом. Успехов!